Меня зовут Алена. Меня зовут Ксюша. Меня зовут Левентас Агния. Меня зовут Пунделов Иван, мне 11 лет. Мне 10. Мне 8. Мне 8. 9. Меня зовут Морозова Полина, мне 12 лет. Я из города Владивосток. У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Мне страшно, я не вижу. Хорошо, что был сметана. Я думала, это йогурт. А что это? Я думаю, это йогурт. Йогурт. Ты угадала. Это творог. Это творог. Подожди, стой. Это какой вкус? Подожди. Это йогурт. А у меня творог. Ну, я вижу перед собой рассыпчатый творог в оригинальной довольно упаковке, красивый, и сметану. Но я творог в такой упаковке вижу первый раз. Значит, я вижу 9% творог в даже хорошо и в... забыл, как сказать даже, в качественной упаковке. Видно то, что оно хорошо герметизировано. Смотри, здесь еще начинка какая-то есть. Так она здесь всегда и была. У меня тут будет клубника. Я не могу открыть. У меня один какой-то фрукт. А, все. Тут какая-то это, кажется, вода молочная. Ну, давай добавлять. Давай. Смотри, у меня вкус. Это же клубники. Ух ты. Что это? Я поняла, что это. Это хлопья? Нет. Я поняла, что это. Это такое, как бы, наверное, это вот эти шарики, которые... Это как же... Это желе. Желе-ка. Желе? Смотри. Ой-ой-ой. У меня желе какое-то, наверное. Ух ты. Не знаю. А, это... Как это есть? Это йогурт. Ну, пахнет... Каким-то... кислым, ну, чем-то, да. Кисломолочка, да. Натурально пахнет. Мне кажется, надо перемешать, знаешь? Нормально. Я добавила краску. В клей. Нет. В какой клей? Вкусненько. Сначала, когда я пробовала белое, без начинки, оно было кислое, как кефир. А когда я добавила эту начинку, оно чуть-чуть кислит. Так что вкусно. 10 из 10. У меня сейчас разольется, мне кажется. Я не могу. Нужно салфетку. Йогурт какой-то, другого вкуса совсем. А, я уже все в йогурте. Ложка надо была... То есть это молоко получается или нет? Это какой-то жидкий йогурт. Да? Это вроде того, да? А, то есть без вкуса? Мягко. В меру кисло. Мне кажется, сахар не требуется. Такой творог можно, мне кажется, есть в разных местах, чтобы насытиться. Ну, как полдник или перекус. Можно есть на ночь или же утром на завтрак.
Очень даже вкусно. Он зерновой. То, что там вот такие вот... Как? Зерна? Типа зерна. А здесь молоко, наверное. У меня тоже. Мне понравилось больше у Алены. Да тот самый. Такой йогурт можно взять с собой на тренировку. Такой йогурт можно взять с собой на тренировки в школу. Йогурт. Даже я такого не выберу. Не выговорю. Так-то, он мягкий, вкусный, натуральный. Но немного кисловат. Мне не хватает сахара. Я бы такую сметану намазывала на хлеб. Сметана немного кисловатая, но она полезная зато. И смотря какой жирности вообще. И у него получается 20%. Да. И у него она отличается от моей. Она какая-то более густая и не такая кислая, как эта. Так, убираем наше произведение искусства. Давай. Отдай! Даже